Так, ну что ж, всем привет еще раз, друзья. С вами студия Castle TV и сейчас только Strike. Своему стало плохо, неожиданно как-то вот так вот все произошло. Игорек почувствовал себя неважно и должен был отправиться на домашнее лечение. Поэтому сегодня остаюсь только я и будем смотреть матчи вместе со мной. Итак, интересней же матч. Геймпа против Miami Gaming. Темная лошадка прошлого ван-финала 8-го сезона Star серии, а именно команда GamePub, которая покорила, наверное, сердца многих болельщиков своим выступлением на прошлых ван-финалах, которая получила, наверное, мощнейшую поддержку после выигранной карты и серии карт у команды Stana Dragons. Парни продолжают оставаться в Star серии, и теперь для них есть Open Match. Open Match против команды Miami Gaming, которая уже успела сыграть в этом сезоне и обыграть команду Courage. Обыграть с довольно-таки уверенным счетом, кстати, на этой же карте Miami Gaming обыграли своих оппонентов со счетом 16-7. И вот в очередной раз у нас нюк. Ну вот каждый сезон у нас есть какая-то карта-фаворит. И что-то мне подсказывает, что карта 9-го сезона будет именно вот эта карта, потому что из 6 сыгранных матчей вот уже 4-й нюк, и я даже не знаю, что происходит. По поводу eGaming Bets, что дают букмекеры на этот матч? Ну вот, все-таки более предпочтительно выглядит команда GamePub. На нее коэффициент 1.7, на Miami Gaming дают 2.1. Ну, в принципе, такие вот скользкие кэфы, и здесь можно действительно заработать что-то интересное. Кто любит азарт, кто любит острые ощущения, тот может зайти на этот сайт, зарегистрироваться, положить туда немного денежек и попробует заработать с нуля как можно больше. Итак, возникли какие-то проблемы у GamePub'ов, не хватает последнего игрока. Ну вот, я думаю, эта задержка продлится не больше, чем пара минут, и мы сможем наконец-то начать нашу встречу. Предстоит нам еще увидеть, кстати, Knife Round, в котором мы увидим сайт-пик. И кто же начнет за дефенс? Кто же начнет за дефенс? Вот предыдущие две команды показали, что действительно сторона дефенса является очень сильной на карте нюк. И вот кто начинает за нее, тот, в принципе, и имеет практически все козыри в руках. Хотя вот практически удалось мимам перевернуть всю ситуацию, но что-то в конце пошло не так. Оставалось всего лишь два раунда до ничьи, но. Нипы — это нипы, это чемпионы, это фавориты всех турниров, и против этой команды играть всегда непросто. И парни это доказали на практике. Так, вот не знаю, что будем делать. Будем смотреть с помощью автодиректора или все-таки буду стараться прикладывать. Ну, не знаю, посмотрим, как будут развиваться события. Если будут действительно быстрые раунды, то будем доверять, наверное, больше автодиректору. Если будет такая вот слоу игра на верочку, то буду стараться выбирать моменты сам. Итак, вроде бы все игроки на сервере, и мы готовы начинать. Интересная, кстати, приставочка у Miami Gaming. GGVP Pro. Good game, well play and pro. Ну вот так вот приблизительно расшифровывается все написано. Но покажут парни на деле, действительно ли они good game. Покажут нам и well play. Будет ли сегодня в их исполнении. Итак, knife round, и сейчас определится судьба. Судьба, кто же начнет за дефенс? Кто же будет выглядеть немного предпочтительнее в этом матче. Так, первый минус за Miami Gaming. Нуга, он же нож. Нож по-эстонски значит нуга. Забирает своего оппонента, и GamePub остается в меньшинстве. Ну что же, все-таки пока ближе эстонские парни к стороне дефенса, хотя все может измениться в считанные секунды. Нет, нет, нет. Miami Gaming еще два минуса. И в живых Ника и Эми. Без шансов забирают Ника. Эми падает также. И это будет Switch. Switch команд. Miami Gaming начнут за защиту. Ну вот, Courage ничего не смогли показать интересного в атаке. Или подождите. Нет, там же все-таки Miami Gaming были в атаке и набрали очень большое количество раундов. Ну,
тем интереснее будет наблюдать за этой встречей. Итак, пистолетный раунд начинается. Смотрим за командой GamePub, что придумают парни в пистолетке. Может быть, это будет какой-то супер-супер интересный раунд. Хэфэ, Вейдис пишет... Кто это? Кто это такой наглец? Это Эверест. Хэфэ Бойс пишет Чети. И от Эми, конечно же, Хэфэ Мейнс. Ну вот... Гвы пожевал только Дотс. Дотс, кстати, в предыдущем матче против Куражей очень плотно раздавал, так что за этим парнем будем наблюдать очень-очень пристально. Итак, что делают у нас парни из GamePub? Как видим, будет подсадка на скалу. Что здесь будет происходить, даже боюсь себе представить. Итак, три игрока. Нет, будет здесь два. Это у нас Нена и Нико. Ну и... КГР. И Эми будут проходить по улице. Вот такой вот раундец ожидает нас в пистолеточке. Йонг будет закрывать все это дело с нуля. Ну и как же справиться со своей задачей, парни, проходящие по улице? Итак, будет ли первый минус? Да, Нена забирает ногу, падает эстонский нож. Дотс должен предпринимать какое-то решение. Ну, все довольно-таки очень четко отдымлено у команды GamePub. И как же просто раскидывают эстонцев GamePub. Есть первый минус. Дотс открывает Эми. Но ситуация 2 в 4. Miami Gaming вынуждены выбивать нижний плент, и здесь все опять-таки под контролем у GamePub. Юнг, два шикарных минуса, и пистолеточка отправляется в копилку сербской команды. Вот так поворот. Здесь интересно будет посмотреть за атакующими действиями геймпабов, что придумают парни в атаке. Главное не спешить, не торопиться, не отдать эко-раунд, как это сделали Непы, после чего у них, собственно, и начались большие проблемы. Miami Gaming закупаются... полностью. Во втором раунде будут пытаться перевернуть все в самом начале. Ну и давайте смотреть. Попытка поджать рампы Эверест. Поджимает вместе с Хеликсом. И должны забирать. Забирает Нена, но при этом теряют уже двоих игроков. Дальше не пошло. И смотрим, что же будет происходить дальше. Ну-ка, один против троих. Ну, как минимум. Два минуса на эко-раунде удалось сделать. Но это не то, что хотели Miami Gaming. Расчет был на... взятие эко-раунда, но, как видим, геймпабы все четко контролировали, сделали ключевые минуса, и есть решающий минус от Юнг. Забирает он ногу 2-0, и эстонцы будут еще разок сливать. Так, ну вот, может, пока эко-раунд, давайте проверим, насколько хорошо работает автодиректор. Давненько я им не пользовался, за пультом, точнее, за режиссерским экраном сидит у нас Игорь, постоянно выбирает моменты именно он, и надо посмотреть, может, что-то придумали новое Volvo, и моменты пока не очень, уже было два минуса, оба прозевали. Так, будет ли исправляться у нас автодиректор, узнаем буквально сейчас. Итак, ситуация 5 в 3. Очень четко на экономических раундах действуют геймпабы, стараются не терять девайсы и при этом забирают своих оппонентов. Дотс на верхнем пункте. Ну вот опять-таки же автодиректор просто царь. Вот наконец-то мы увидели первый минус от Ника, забирая также Эвереста. 3-0, все спокойно на эко у команды геймпаб, и нас ожидает первый оружейный раунд. Первый оружейный раунд от команды Miami Gaming в этом матче. Напомню, по версии букмекеров эти парни выступают в роли аутсайдеров. Правда, с небольшим отставанием, можно так сказать, по коэффициенту. Разница всего лишь 0,5 или 0,6, которая множится. Ну и, собственно, давайте смотреть, что же будет происходить у нас дальше. По этому раунду мы уже сможем делать кое-какие выводы. Если геймпабы... возьмут его, то, мне кажется, здесь попахивает разгромом в первой половине. Хотя и за слабую сторону начали сербские парни. Пока никуда не спешат. Аккуратная разведочка на всех позициях. Вау, какой хэдшот от Нена, забирает на рампах Хеликса. Просто в пиксель словил своего оппонента. Ну и есть первый плюс. Первый плюс в этом раунде для команды GamePub. Так, давайте еще раз на карту, что тут у нас происходит. Ник и Эми вдвоем на улице. ГГР контролит врыв в двери. Дотс вынужден уже был сместиться в длинный и принимать проходящих по улице. Раскидка верхнего пунта, и заходят именно сюда геймпабы. Чети, есть минус пристройки. Как же сбривает еще Эми?
Ну, дальше следует игра только от Юнка. Забирает Чети, минусует ногу. Ситуация 3 в 2, бомба стоит на верхнем пункте и предстоит непростое выбивание для команды Miami Gaming. Ну вот Дос уже сделал минус, но также пал смертью храбрых. Эверест, один против двоих. Бомба стоит, ситуация крайне неплачевная. Очень грамотно заняли позиции геймпабы, и Эвересту остается только рассчитывать на ошибку своих оппонентов. И, как видим, геймпабы не ошибаются. Юнг, третий минус в этом раунде, и 4-0. Геймпабы уверенно начинают первую половину. Да, да, вот и разница. Казалось бы, только что видели образцовый нюк от двух топовых команд, где полностью доминировала сторона дефенса. И сейчас мы видим противоположную ситуацию, где атака набирает уже 4 раунда. И это всего из 4 раундов сыгранных. Чем дальше, тем интереснее. Miami Gaming после отданного оружейного вынужден сливать. И опять-таки же закупается парочка пистолетов интересных и постараются перевернуть все это дело. Смотрим, что из этого выйдет. Юнг в очередной раз проходит по улице. Нуга все это дело контролирует. И кто выиграет эту перестрелку? Юнг остается красным. Нуга молодец. Неплохо попадает по своему оппоненту, но не забирает его. Поэтому хвалить рано. Итак, что же придумает дальше геймпабы? Слишком аккуратно играют. Никуда не спешат парни. Проводят вот какие-то разведки. Заметили двоих игроков на рампах. И быстрый выход на верхний поинт. Два минуса от команды Miami Gaming. И только один от геймпабов. Но дальше вроде бы все спокойно, и минус за минусом от команды GamePub живых остается только Helix, которого забирает КГР 5-0. Не без проблем GamePub берут экономический раунд своих оппонентов. Так, ну вот пришло время для снайпера. Дотс берет снайперскую винтовку, и давайте смотреть именно за ним, потому что с кольтом не получилось действовать, навязать точнее достойную борьбу своим оппонентам, и теперь надо удивлять СВП. АВП отправляется на рампы, и действительно, нежданчик какой-то ожидает. Дотс не попадает с первой попытки, но теперь вот вторую попытку геймпабы просто-напросто не дадут сделать. Юнг спалил свои ножки в будке. Попадает по нему Чети, но попадает не сильно. Так, смотрим, что вообще происходит на карте. Эми спокойно пробирается по улице. Дотс, куда сместился? Дотс, вот правильно делает Дотс. Не остается на рампах, понимает, что туда вряд ли уже кто-то высунется. Не совсем только что удачный тайминг, мог сделать минус, но, как видим, сместился и упустил свой шанс. Затяжная атака от GamePub, 40 секунд уже потратили. И как видим, вчетвером смещается на улицу. Дот, есть минус. И дабл ли это? Нет, забирает только Юнка, больше ни в кого не попал. Но тем временем команда GamePub занимает длинный. Додза, заберут ли? Да, Эми перестреливает снайпера на дальнем расстоянии просто с АКМа. Что происходит дальше? Мена, минус Эверест. Ника забирает Хеликса. Занимается нижний плент командой GamePub. Miami Gaming ничего не могут с этим поделать. Нуга и Чети вдвоем против троих. Ну вот вся надежда на Нугу. Нуга слышит, как ставится бомба, но довольно-таки хорошее дымление от команды GamePub, и бомба ставится беспрепятственно. Чети падает в трубах от Эми, и Нуга один против троих, и Эми просто отличные два минуса в его исполнении, и 6-0. Продолжается полная доминация сербской команды в первой половине, и даже не знаю, надо что-то предпринимать Майамам, потому что вот та модель дефенса, которая была выбрана в начале первой половины, пока не работает и не приносит никаких плодов. Надо что-то менять. Вот сейчас должен как-то вступить в игру капитан команды Miami Gaming. Должен поменять вектор дефенса. Нуга на улице забирает Эми, но после этого опять-таки же два минуса от команды GamePub. И парни выходят на верхний плент и занимают эту позицию беспрепятственно. Дотс, минус КГР. Юнг забирает Додзе. Ну, опять-таки же, Хеликс один против двоих. В меньшинстве находится эстонский игрок. И ситуация очень-очень непростая. Надо лезть на маяк. Здесь дым. Ну, вот, я не знаю. Такие раунды не берутся. Только чудо может спасти сейчас Хеликса. Или просто какая-то шикарная игра в его исполнении. Итак. Опять-таки же, нужна ошибка. Нужна ошибка от игрока команды GamePub. Но, как видим, эстонцы, точнее, не эстонцы, а сербы, очень четко манцуют, не дают никакого повода для того, чтобы Хеликс мог взять хотя бы один раунд для команды Miami Gaming. 7-0.
Еще один бай у Miami Gaming. Force бай. Ну вот понимают эстонцы, что чем дальше, тем хуже. И надо как-то переломить ход этого поединка. Закупаются в очередной раз. Но ничего не меняется. Надо навязывать свою игру оппонентам. Но пока этого не удается сделать. Дотс закидывает гранатку на длину. Как видим, она никого не надымажила. А у команды GamePub все спокойно. Один Юнг отправляется на улицу и контролирует ее без всяких проблем. Выход пойдет на рампы, и все это дело будет принимать Хеликс. Смотрим за ним. Хеликс, на тебя надежда. Нужен первый раунд для хоть какой-то интриги в этом матче. Нена зачекал все. Пошли геймпабы на рампы. Хеликс отдает свою позицию, но при этом дает информацию своим тиммейтам. И должны парни принимать теперь нижний плент. Хотя, ну вот посмотрите, Юнг. Опять-таки же есть open фраг. На улице забирает Нугу. Провал от команды Miami Gaming. И что же дальше будет? Юнг versus Dots. Кто кого? Dots. Отличная позиция. Залетает ему под ноги граната, но не мешает это ему сделать минус. Тем временем КГР забирает чети. Продолжает заходить на нижний плент. Команда GamePub. Ника. Минус Хеликс. В трубах падает Эверест. И просто очередной раунд без шансов заканчивается для команды Miami Gaming. 8-0. Вот так поворот. Действительно, ожидал я серьезной зарубы в этом матче. Но Miami Gaming что-то... Ну вот, не знаю, то ли не проснулись парни, то ли не разыгрались, то ли не настроились, но сами на себя не похожи. Матч, который мы видели с их участием в рамках сезона 9-го Star серии, отличная игра против Куражей, просто шикарные раунды, отличная стрельба. Все было четко, но вот сейчас не вижу эту команду и просто-напросто не узнаю. Очередной выход команды GamePub на верхний плент, под четкую раскидку, и опять-таки же рассыпаются эстонцы без размена. Чети остается единственный в живых и также умирает. Да-да. Попахивает разгромом в этом матче. Сказал я это при счете 4-0, но не ожидал я такого вот продолжения развития событий. 9-0 и тут ни малейшего намека на взятый раунд от Miami Gaming. Надо делать open фраги, надо захватывать преимущество, надо что-то менять эстонцам. Потому что так матчи выигрывать нельзя. Стоит отметить вообще просто хладнокровные действия геймпабов. Четко и взвешенно действуют эти парни. Хладнокровные раунды. Четко разыгранные клатчи. Просто все безупречно в этой игре. Не к чему придраться. Так, очередная раскидка верхнего бунта на этот раз. Есть первый минус от Нуги. Правда, моментальный размен от КГР. Команда GamePub выходит на верхний плент. Ну, как видим, постараются установить бомбу. Нена забирает чети. Но, опять-таки же, не по шансам все происходит для Miami Gaming. Но, при этом, ситуация 2 в 2. Dots и Хеликс. Вот зачем вырвался Хеликс? Бомба не стояла, даже не ставилась. Хеликс сыграл рискованно и теперь вставляет опять-таки же со своего тиммейта. Одного против двоих, бомба стоит, геймпабы расходятся просто по разным позициям. И как выбивать такое, вот я не имею малейшего понятия. Очень четко разыгрывают такие вот раунды геймпаб. Ника, пристройки, КГР. Вышел с будки, но вот здесь на размен моментально вышел тиммейт и... заполучил еще один раунд для своей команды. 10-0. И это уже даже не смешно. Даже не смешно. Вот еще раз повторюсь, но не узнаю команду Miami Gaming. Вот. Это не те парни, которые обыграли Куражей. Это не та команда, которую мы с вами видели в первом матче 9-го сезона Star серии. Итак, очередная аркада от команды GamePub. Выход на верхний плен. Дот, все четко. Есть первый минус, забирает Эмми. Ну как же после этого не забрал Ника? Ну вот наконец-то нарисовываются реальные шансы. Нена, один против троих. Бомба на верхнем пленте. Вроде бы все под контролем у команды Miami Gaming. Давайте посмотрим за позициями. Нуга в пристройке. Хеликс в трубах. Чети должен быть на маяке. Чети, где ты? Чети. Нет, Чети на верхнем пленте. Вообще шикарные позиции у команды Miami Gaming. И давайте смотреть за Нена. Что же он придумает? Выход в будку. Ну, натопал. Знают эстонцы, где находится последний игрок команды GamePub. Нена забирает чети. Знает, что из трубы вышел как минимум один игрок. По идее, знает еще существование игрока в пристройке. Нена забирает Хеликса. Боже, какой раунд Нена! Это просто бесподобно. Три минуса от Нена. 11-0. И опять-таки же, с нулем в активе остается команда Miami Gaming.
Я не знаю, ну вот, если проигрывать такие раунды, то, по-моему, делать Star серии абсолютно нечего. Ну, опять-таки же, просто, мне кажется, сегодня не день команды Miami Gaming. Вообще не идет игра у парней. Казалось бы, беспроигрышный вариант, и парни умудряются проиграть этот раунд. Очередная закупка, но это уже закупка отчаяния. Нена на рампах попадает по Эвересту, но не забирает. Его все-таки отпускает своего оппонента. Итак, очередные непоспешные действия в исполнении геймпап. Парни спокойно и хладнокровно занимают позиции. Все это дает делать им оппоненты. И очередной выход на верхний поинт нас ожидает. Дотс. Как будет принимать на этот раз? Ну вот так вот. Просто дотс разрывает со всех сторон. Юнг минус Чети также забирает на маяке Эвереста. Ситуация 5-2. И, ну, эстонцы, походу, останутся в первой половине с нулем в активе, если продолжат в том же духе. А раундов осталось всего 4, даже 3, если не считать это. Хеликс. Не знаю, в такой ситуации, конечно же, лучше засейвить девайсы. Но, по-моему, геймпапы этого не дадут сделать своим оппонентам. В зоне риска остается только Хеликс. Ну-ка, вроде бы уж уходит. Нет, нет, нет. Вот как раз-таки... Ну вот... Чудо-таймер спасает сейчас Нугу. Буквально секунду разделила его от верной смерти, которую мог принести ему КГР. И удается все-таки Майамам засейвить два девайса. 12-0. Продолжают геймпабы творить просто что-то невероятное в атаке. Безупречные раунды, которые никак не могут остановить Майам Гейминг. Так, ну вот по статистике вообще просто полнейший провал. Наконец-то что-то решили предпринять Miami Gaming Dots. Агрессивный врыв в девятый, точнее в дверь. Разменялся всего лишь на одного. Тиммейты не поддержали, не пошли дальше. И, ну вот, не знаю. Вот теперь лезет ЭВРС. Нарывается на контроль еще Нена. Просто без шансов. Нена забирает и Хеликса. Опять-таки же ситуация 2 в 4. Занимаются рампы команды GamePub. Нуга минус Ника. Ну вот что же, вытащат парни этот раунд или нет? Чети слышит все происходящее на рампах. Пропустил двоих игроков. Будет стараться заходить в спину. Чети. Даст ли поставить бомбу? Чети. Чети. Ну вот слишком долго медлил. В итоге забирает Юнка. Но Юнг-то успел поставить бомбу. В итоге 2-2. 2-2. И давайте смотреть. Нэн забирает Нугу. Ну и надо смотреть теперь за Чети. Один против двоих остается, знает, где находятся его оппоненты, постараются ворваться в дверь, но как же ворваться, когда тебе просто закрывают дверь перед носом? Чети также падает, 14-0, остается всего лишь один, и мы в шаге от истории. Такого, по-моему, еще не было в рамках Star серии. 15-0 в атаке на нюке. Да вообще просто 15-0, я не припомню. Но, по-моему, история очень, точнее, вот момент истории очень близок. Хеликс. Появляется снайперская винтовка. Также постарается как-то на это повлиять с помощью АВП, но давайте посмотрим, что из этого получится, и также посмотрим, что же будут делать геймпабы в последнем раунде первой половины. Так, а вот это было круто. Хеликс АВП забирает у Нена каким-то прострелом всего лишь 7 хп. Тем временем Ника 2 минуса. КГР забирает Эвереста. Хеликс. Хеликс, Хеликс. Ну вот, постарается пожать рампы, но здесь все под контролем у команды геймпаб. Нена просто бесподобно отыгрывает первую половину. 14-0. Ну вот, я даже не знаю, что тут добавить. Такого никто не мог предугадать. Я даже вот в коем-то, ну вот честно, перед матчем посмотрел на коэффициент и подумал, вспомнил, как играют Miami Gaming на примере матча с Куражами. Также вспомнил, как играли геймпабы в интернете в 8-м сезоне. Ну, показывали действительно неплохую игру. Показывали неплохую игру за дефенс. В атаке немного получалось у парней. Но, проанализировав все это, подумал, что будет действительно равная борьба. И даже мне показалась предпочтительной команда Майам. Но все, что происходит в первой половине, полностью разрушило мое мнение. В последнем раунде ситуация 4 в 3. Уже 4 в 2. Чети постарается что-то изменить. Забирает Ника.
Четти. Будет ли второй минус Четти? Нет, падает от Юнка. В живых остается только ВРС. ВРС на улице. Минус Нена. 1-2. Бомба еще не стоит. И есть шансы. Шансы у ВРС там. Как-то исправить все происходящее в первой половине и сгладить хотя бы одним взятым раундом. Но нет, КГР контролирует заходящего в дым ВРС, забирает его. 15-0. Такого мы еще не видели. Итак, статистика на ваших экранах. Юнг, 20 фрагов, 3 ассиста, 6 смертей. Нена, 17 фрагов, 3 смерти. Ника, 14 фрагов, 8 смертей. КГР и Эми по 11 фрагов. Но вот у команды Miami Gaming все просто печально. Додз настрелял 10 в первой половине, хотя особо мы его и не видели. То есть не было 2-3 минусов в его исполнении хотя бы в одном из раундов. Были минусы по одному, после этого сразу же смерть. Смерть от команды GamePub. Ну и остальные сыграли просто, ну, невнятно, блекло. Кучу есть прилагательных, которые описывают игру команды Miami Gaming в этом матче. Итак, 15 секунд, и нас с вами ожидает пистолетный раунд. Неужели все закончится со счетом 16-0, или Miami Gaming хоть как-то приукрасят свое поражение в этом матче и возьмут хотя бы пистолетный раунд в атаке? Поглядываю я в чат Твича и вот смотрю, что кто-то даже верит, что здесь может быть ничья. 15-15. Есть такие парни. Ну вот, хотелось бы мне в это поверить. Действительно, это было бы очень красочно, если бы команда Miami Gaming после такого собралась и показала такой же характер и такие же бойцовские качества, которые показывала команда MIM против более грозных соперников из Швеции, а именно команды NiP. Итак, пистолетный раунд, в котором решится судьба. Судьба команды Miami Gaming. Есть open фраг. Четти забирает Эми. Ну, как видим, отличный выход на верхний план. 3 минуса в исполнении Нет, не GamePub, а команды Miami Gaming. И очень близкие парни взятому пистолетному раунду. Итак, смотрим. КГР и Нена. Вдвоем против пятерых. Бомба стоит на верхнем пленте. Нена падает. КГР забирает ВРС-то. И что же, первый раунд берут Miami Gaming. Ну вот, все-таки не смогли GamePub отстоять на сухую в этом матче. Не будет у нас счета 16-0. Как минимум один раунд взяли Miami. Этот раунд взяли в атаке. Что очень, кстати, странно. Потому что, как говорил я в начале этого матча, по моему, ну уже, как оказалось, субъективному мнению, сторона диффенса здесь должна доминировать. Но, по-моему, команда GamePub так не считает. Но и также не считает Miami Gaming. Итак, смогут ли Miami сделать что-то невероятное и свести на ничью этот матч? Очень бы хотелось посмотреть за вот такими вот событиями, но смотрите, что происходит. КГР есть open фраг, забирает на улице Додзе, также падает ВРС. Два девайса подбирают игроки команды GamePub. И что же, неужели вот на этом и закончится наш замечательный матч? Как видим, занимаются рампы. Постараются Miami Gaming заполучить нижний плент, но здесь их ожидают очень большие проблемы. Проблемы в лице Ника, который в окнах ЗКМах КГР забирает Четти. Ну и что же? Воу-воу-воу, Хеликс попроще. Забирает Юнка и Эми. В итоге ситуация 2-1. Эми есть минус, забирает Нугу. Неужели потащит этот раунд Нена? Как же тяжело даются такие раунды команде Miami. Нуга! Или... Нет, Хеликс или Нена. Все-таки Хеликс. Ну вот этот парень в первом матче в рамках 9-го сезона Star Series показывал отличную стрельбу и в очередной раз показал, что может попадать этот парень. 4 минуса в его исполнении, и второй раунд отправляется в копилку команды Miami. В шаге от провала были эстонцы, но все-таки стараниями Хеликса этот раунд выиграли. Но с какими потерями? 4 девайса потерянных. И очередной раунд, эко-раунд для команды GamePub. Дотс. Попытка зачистить рампу. И, как видим, очень аккуратно играют GamePub. Не хотят даваться. Ждут, в первую очередь, какой-то агрессии, а именно от эстонского игрока. Дотс забирает Нена. Но дальше все идет по сценарию команды GamePub. КГР и Юнг забирают Дотса и Хеликса. Опять-таки же находятся парни в численном преимуществе. Четти постарается исправить всю эту ситуацию. Ну, смогут ли выкарабкаться из такой вот ямы игроки команды GamePub? Но нет, в живых остается только ВРС. Ситуация 1-3. Бомба
Бомба валяется на верхнем пункте. Эверест не понимает, как же ему брать вот такой вот непростой раунд. Всего лишь два раунда. Майам Гейминг взяли в атаке. Это все, на что были способны эстонские парни. Ну и на этом их подвиги против команды GamePub были закончены. Итак, друзья, отправляемся на рекламную паузу. Следующий матч, который мы с вами будем наблюдать, это суперзаруба LDLC против команды Кван Мистик. Все четко. Далеко не разбегаемся, я скоро вернусь.